Всем привет, ребята, меня зовут Даша, и сегодня я снимаю влог. И этот влог посвящен тому, что мы едем в Санкт-Петербург с моей командой по танцам. Итак, мы уже собрали чемоданы, и скоро я буду ложиться спать. Кто-то уже спит. Вот, так что до следующего дня. Всем привет, это уже следующий день. Сейчас я уже скоро буду одеваться, заплетаться, и мы поедем в аэропорт. Я очень хочу спать, потому что еще 3 часа, и просто шикарно. Мне холодно. Что еще для жизни лучшего можно? Не знаю. Еще давайте договоримся, что вы не будете обращать внимание на это. А, кстати, поздравляю с первым днем зимы. Сегодня 1 декабря. Вот так вот. Мы в прошлом году тоже летели. Вах. Просто ничего не видно, но я показываю окно. И вот, вот так вот я уже оделась. Это мой чемоданчик. Личунь, иди сюда. Иди сюда. Ну, что ты? Итак, мы в машинке. И сейчас уже будем ехать. Приехали в аэропорт. Это что за... И ждем, когда нас отправят, куда-то отправят. Итак, мы уже сидим, ждем наш рейс. Да. Просто это... Это просто ямочка. Да. Что? Итак, мы идем по рукаву. Вот. Идем в самолетик. Мы уже сели, я возле окна. Микки Маус. А впереди маленький ребеночек. Итак, мы сейчас в зоне турбулентности, и нас трясет. Вот. Мы уже в Питере. И кто прибыл в Питер? Мы. Точно, ты меня напомнилась, мне тоже надо сделать. И вот в чем суть. Мы, короче, пришли, тут был какой-то ор. И вот мы, короче, это, короче, что-то снимает, тут огромные камеры, вон, видите. Микрофончи. И камера где-то там стоит. Мы сели в автобус и скоро поедем в наш отель.
уже в гостинице, у нас идет заселение. Мороз. Меня тоже. Это просто холодно. Тебя не морозит. Мы идем есть. Наконец-то мы просто оставили вещи, идем кушать. Так, я взяла два хлебушка, салатик, там капуста, картошка, мясо. Короче. И сейчас мы так с Аленой обрадовались этому номеру, что... Заходить! Мы уже поселились в номере, это понятно. И мы пришли к ресницам. Сразу объясняю, что ресницы — это наша младшая группа. Играть в мафию. Вот так вот. Наши все ушли в магазин, и мы с Аленой остались. Итак, мы уже пришли на ужин, и вот я что узнаю. Всем здрасте. А, вот. И чаёк. Впрочем, ничего такого особенного не произошло, кроме вот этих вот нескольких дебилов. Мальчиков. Наших пацанов, которые украли у этой прекрасной женщины тапочки. Тапочки украли. Уже вечер, и я думаю, этот день уже закончен, так что ждите следующую часть на моем канале. Всем пока-пока. Пока!